Я представляю лабораторию клинической иммунологии опухолей, которую возглавляет Зайра Григорьевна Кадагедзе, где полтора года назад мы начали исследование уже местных иммунных реакций на уровне вот, опухолевой ткани, на уровне опухолевого узла. Хотя до этого многие годы закономерности взаимодействия опухоли иммунной системы исследовали по реакциям иммунологическим, происходящим в периферической крови. На этом слайде я детально останавливаться не буду, поскольку Зайра Григорьевна вам очень подробно его рассказала. И хотела только обратить ваше внимание вот на эту диаграмму, где отражено, так сказать, принятие теории иммуноредактирования исследователями во всем мире. И эта диаграмма отражает как раз интерес исследователей и именно, так сказать, именно принятие данной теории иммуноредактирования в исследованиях, в работе, которая тезисно это этап элиминации, это этап равновесия и дальнейший эскейп, ускользание опухоли от иммунного надзора. Хотелось бы сразу вот заметить, что, как правило, в своей работе мы, естественно, всегда имеем материал, исследования проводятся как периферической крови, естественно, никто не отменял эти исследования, потому что не всегда имеем мы в наличии опухолевый узел, опухолевую ткань. Но так или иначе, всегда больной попадает к нам с уже реализовавшимся онкологическим заболеванием. Следовательно, вот это этап escape, как раз это тот момент, когда попадает материал пациента к нам в работу. Проопухолевые и антиопухолевые взаимодействия, которые осуществляются с участием клеток иммунной системы. Левая часть слайда анти с участием клеток, это антиген презентирующие, подающий сигнал CD4 лимфоцитам, дальнейшая активация CD8 лимфоцитов, участие НК-клеток, НКТ, цитотоксических Т-лимфоцитов со всеми их молекулами и компоненты, которые способствуют проопухолевому, соответствуют проопухолевому фенотипу. И многочисленные факторы организма хозяина и опухоли влияют на количество и расположение различных иммунных клеток в опухолевом иммунном окружении в разное время. И при разных условиях клетки могут выполнять как анти-, так и проопухолевые функции. Поскольку мы не просто не ради удовольствия, так сказать, и не просто в пространство проводим все эти работы. Случилось так, что, конечно, да, долгие годы это имело, ну, имело мало прикладного значения, но начиная с 2011 года, и вот здесь в хронологическом порядке вам представила такие справочные данные развития иммунотерапии в онкологии по данным FDA и Европейского медицинского агентства, когда начиная с 2011 года и по сегодняшний день, здесь все съехало, прошу прощения, вот это уже 2016 год, идет очень активное внедрение в клиническую практику методов воздействия на иммунную систему в онкологической практике. То есть, что это означает? Что наконец-то пришли к тому моменту, когда в реальности, в реальной жизни реализуются попытки лечения онкологических больных путем, в том числе путем воздействия, модулирования состояния иммунной системы. Что касается опухолеинфильтрирующих лимфоцитов, именно об этом, да, сегодня я буду с вами говорить. Здесь отражена вот в виде этой диаграммы, опять-таки, по поиску ключевых слов Консетил, вы можете увидеть, какой интерес был к этим разработкам. Так вот, это были 90-е годы и рост внимания в последние несколько лет. Чем это было обусловлено? Конечно, первые попытки еще в 70-х были. Затем активное исследование 90-х годов – их обусловили именно успехи в развитии, в создании диагностикумов и возможности проведения подобных исследований. Далее спад, потому что эти все результаты, они ну, практически имели теоретическое значение, и даже наши клиницисты, так сказать, нам говорили о том, что какое это имеет клиническое значение, ответить нам им было нечего. Поэтому мы продолжали упорно, конечно, работать, но всплеск пришелся на последние вот,
на последние 5 лет, когда действительно на основании тех молекул прогностическое значение, значение которых мы исследовали в своей работе в лаборатории, на основе этих маркеров стали создаваться, они легли в основу разработок таргетной иммунотерапии. Показано в работах при различных нозологических формах, это и меланома, опухоли головы, шеи, рак мочевого пузыря, молочной железы, яичников, желудка, колоректальный рак, почки, простата, рак легкого. При самых различных нозологиях показана позитивная ассоциация Т-клеточной инфильтрации опухоли. И рассматривается это как благоприятный прогноз. Причем надо сказать, вот Зоя Григорьевна уже это подметила, в общем-то, на самом деле, проанализировав базы, у нас в лаборатории огромные базы по разным нозологическим формам, это сотни и тысячи больных на протяжении вот уже долгих лет, по крайней мере, вот я уже там в лаборатории 35 лет этим занимаюсь, и надо сказать, что мы не заметили никакой нозологической привязанности, особенностей состояния вот клеток иммунной системы, структуры клеток иммунной системы с той или иной формой нозологической опухоли. Поэтому мы на сегодня вправе говорить о тех или иных вариантах нарушений в структуре иммунокомпетентных клеток, которые не зависят от нозологической принадлежности. Ну, здесь слайд, где он посвящен в основном тем публикациям, которые связаны с исследованием в области лечения рака молочной железы, где опухоль инфильтрирующие лимфоциты рассматривают как факторы предикторы в терапии. И вот работа, которая была опубликована в аналог онкологии, по результатам работы, по результатам рабочей группы, посвященной изучению ТИЛов, это огромный коллектив авторов, там даже здесь не все поместились, более 40 человек участвовали, представляли различные протоколы и проекты. Эта работа была названа в 2015 году лучшей публикацией. Опять-таки, это не наши данные, но это те исследования, которые свидетельствуют о положительной роли инфильтрации опухоли ткани рака молочной железы. Эти исследования проведены на иммуногистохимических срезах. Надо сказать, что в большинстве публикаций вы с этим и встретитесь, что исследования проводятся именно на иммуногистохимических препаратах, потому что, да, это удобно. Можно ретроспективно поднять блоки и исследовать тот или иной маркер вот сегодня в данный отрезок времени. И здесь показана также роль инфильтрации CD3 лимфоцитами как стромальных клеток, интратуморальных, связь со стадией, ну и практически, правда, вот отсутствует связь с лимфоузлами. Это рак молочной железы. Вместе с тем, еще в 90-м году уже проводились, тогда, когда появились проточные цитометры, очень активно стали использоваться в лабораторной практике, появились большое число моноклональных антител, уже тогда исследования начали проводить также с использованием метода проточной цитометрии, тем не менее. И в нашей лаборатории не осталось в стороне. В 93-м году были уже опубликованы результаты об исследованиях. Эта статья, вы видите, в Вестнике РОНС была опубликована. Что на сегодняшний день? Как я уже сказала, полтора года мы активно разрабатываем. Конечно, мы параллельно изучаем показатели клеток периферической крови и первичные больные, а также больные, получающие иммунотерапию, это в отношении пациентов меланомой. Исследование проводится достаточно интенсивно. И вот на сегодняшний день около 150 образцов у нас уже изучены. Как это осуществляется? Операционный материал, затем его обработка первичная, система ножей, измельчение ткани, фильтрация. И на выходе мы имеем готовую суспензию, которая у нас непосредственно без всяких дополнительных воздействий идет в работу. И этот же субстрат, эта же суспензия обязательно проходит у нас морфологический контроль. Каждый образец исследуется методом жидкостной цитологии. На что сразу хотела обратить внимание, то что мы, естественно, сопоставляем наши результаты, не всегда наши результаты совпадают.
И в качестве примера хочется провести вот здесь анализ образцов морфологическим способом, с помощью метода жидкостной цитологии и проточной цитометрии. Тогда, когда, например, морфологи дают нам отрицательные результаты, в то время как с методом проточной цитометрии мы оцениваем лимфоциты по связыванию клеток с CD45, вот в данном случае 0,22%. Но, как вы знаете, суспензии может быть достаточно большой объем, и всегда мы имеем возможность накопить большое количество событий, в данном случае CD45 положительных клеток, с целью дальнейшей оценки иммунофенотипа и их структуры. Поскольку для иммунологов важна не только степень инфильтрации больше-меньше, но и то, какие именно клетки осуществляют иммунные реакции на уровне ткани. Другой вариант – рак молочной железы, где наши исследования совпали, морфологи дают высокую инфильтрацию, у нас 18%, ткань яичника, отсутствие морфологическое, 0,5% с помощью проточной цитометрии, рак яичников и в одном и в другом случае сильная инфильтрация, у нас даже это более вот, почти 35%. Слизистые оболочки полости рта, отсутствие при морфологическом исследовании наличия клеток положительных в нашей работе, наоборот, и при морфологической оценке и проточной цитометрии при раке слизистой оболочки полости рта совпали наши исследования, результаты. Меланома, отсутствие инфильтрации. И при этом это просто много событий на экране накоплено, и наличие популяции клеток около 2% позитивных клеток CD45. И опять-таки морфологи обнаруживают в ткани лимфоциты точно так же, как и мы. Это при меланоме. Ну и как я уже сказала, что количество опухолеинфильтрирующих клеток, то есть степень инфильтрации опухоли клетками, является предиктором для ответа на терапию. Значит, вот сильная инфильтрация и нижняя часть – слабая инфильтрация. У нас на сегодняшний день мы пока продолжаем, конечно, набор, но провели предварительную статистическую обработку наиболее большого вот такого клинического материала. Это 62 образца опухолевой ткани первично-операбельных больных раком молочной железы. И нам было интересно посмотреть, вот, все-таки какое количество, как часто идет, ну, какова частота тех или иных вариантов образцов ткани по степени инфильтрации. Так вот, оказалось, что 35% образцов ткани, в которых было менее 1% ТИЛов, CD45 лимфоцитов, в половине случаев от 1 до 10%, и почти у 13% больных из 6, не указано здесь, это 62 образца, превышало свыше 10%. Какую панель мы используем? Конечно, она должна быть универсальной, потому что в некоторых случаях у нас материал, который получается, мы получаем интероперационно, но есть случаи, когда, особенно это в случае меланомы, когда ткань забирается с помощью корбиопсии. И эти вот маленькие фрагменты ткани, их необходимо не только к нам на исследование отправить, но и также на гистологию, там оценить патоморфоз, ну и всякие другие там показатели. Поэтому мы минимизировали, насколько могли, но все-таки цель была максимально исследовать структуру иммунокомпетентных клеток CD45 лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль. Вот, в связи с этим создали вот такую панель, которая позволяет оценивать Т-клетки субпопуляции, активированные Т-клетки Б-лимфоциты, НК-НКТ-лимфоциты, регуляторные CD4 и регуляторные CD8, ну и также цитотоксический потенциал, ну и еще раз количество клеток-эффекторов. Как это выглядит? Т-клетки 3-4. Популяция лимфоцитов. Это 3,8 популяции лимфоцитов. Есть небольшие, в некоторых случаях, но крайне редко встречаются, двойные позитивные 4,8. Следующее, 3,19. Основной пул, как вы заметили здесь, это Т-клетки и низкое число клеток именно Б-лимфоцитов. 3H или АДР, отсутствие активированных Т-клеток в ткани, что на самом деле сильно очень отличаются все эти результаты от показателей этих же пациентов в периферической крови. 19 HLA-DR.
практически отсутствует, но это образец, так сказать, наиболее удачный, но по сводной таблице вы увидите, практически низкое число НК-лимфоцитов, низкое количество НКТ-лимфоцитов в ткани. Регуляторные CD4 лимфоциты. Ну, во-первых, достаточное количество просто активированных CD4 лимфоцитов. Здесь CD4-127, гейтирование клеток CD4 и дальнейший анализ коэкспрессии поверхностных CD25 и 127. И гейтирование CD8 лимфоцитов с дальнейшей оценкой коэкспрессии CD28-11B. И, так сказать, другие всякие вот такие манипуляции. Ну и, как я уже сказала, практически отсутствуют клетки-эффекторы в CD16, в то время как CD8 достаточно высоко представлены среди лимфоидных элементов опухоли. Сводная таблица того, что мы получили, это, как я уже вот теперь говорю вам, 62 пациентки первичных, почти 90% Т-лимфоциты. В структуре Т-лимфоцитов мы видим достаточное количество CD4, CD8, соотношение 1:1. Практически отсутствуют неспецифические эффекторные CD8. Что сильно, кстати, отличается от показателей периферической крови. Низкий уровень НК-лимфоцитов, но тем не менее НКТ, вот средняя такова и получилась. Б-лимфоциты низкие, отсутствие активированных Т-клеток, однако наличие активированных CD4 лимфоцитов. Что касается, ну, этой части таблицы, то это отражение активности CD8 и CD16. Регуляторные CD4 мы оцениваем, поскольку довольно-таки сложный материал, с ним сложно работать, и поэтому мы отказались от дополнительного воздействия и исследования FOXP3 внутриклеточного, поскольку требуется дополнительная еще манипуляция в виде пермеабилизации клеток. Мы используем вот маркер 127 поверхностный, всего лишь вот 12%, в то время как вот регуляторных CD8 лимфоцитов более 50% оказалось. Этих данных на самом деле это вот впервые в литературе вы даже этого не встретите, поскольку подобного рода исследования, они возможны именно с использованием, проведение таких исследований возможно именно с использованием проточной цитометрии, потому что задача оценить не через запятую, что позволяет иммуногистохимия делать, исследовать тот или иной единственный какой-то маркер, а именно задача иммунологов оценить многопараметровую коэкспрессию, комбинацию маркеров на одной клетке, с тем, чтобы была возможность оценить о функциональном состоянии этих клеток. Но любое, так или иначе, как говорится, теоретический посыл, рано или поздно он все-таки выливается в какое-то практическое использование. И вот опять-таки наиболее продвинутые исследования и в мировой литературе, так получилось, что и у нас на сегодняшний день, они связаны с исследованиями рака молочной железы. И вот на данном слайде вы видите, как, например, рекомендовано использовать эти данные для терапии больных раком молочной железы. Причем, на что хочу обратить внимание, слайд вы без меня его увидите, в зависимости от того, высокий уровень Т-лимфоцитов, лимфоцитов, инфильтрирующих опухоли, либо низкий, но тем не менее фенотип, анализ субпопуляции, фенотип клеток ТИЛов, рекомендовано исследовать, именно факс-анализ проводить. Что это факс-анализ? Это проточная цитометрия. Только многопараметровый, для того, чтобы понять по комбинации маркеров, какую функциональную нагрузку выполняют те или иные клетки. Именно это имеет значение. Но пока по нашим результатам мы делаем такие выводы о том, что все-таки с использованием нашего методического подхода мы имеем возможность исследовать и выявлять в 100% случаев ТИЛы, опухолеинфильтрирующие лимфоциты, что при разных локализациях фенотип имеет сходный характер, преобладают в структуре CD45 лимфоцитов именно Т-клетки, это практически 90%. Я об этом ранее не сказала, но принято говорить о контрольной сумме
при исследовании вот, лимфоидных клеток, которые лимфоидные популяции, это ТБНК. То есть ТБНК суммарно должны представлять 100% плюс-минус 5%. Следовательно, если Т-клеток 90%, на все остальные две, на Б и на НК, приходится всего лишь 5-10%. Собственно, мы это и получили. Ой-ой-ой. А назад, да, вот я назад пошла, он у меня вперед почему-то пригласил. Любой? Назад, вот я щелкаю назад. Жалко, потому что в конце я не могу не сказать о том, кто принимает участие в этой, на самом деле, такой очень емкой работе, потому что что еще, в чем еще, так сказать, такие трудности, с которыми сталкиваемся мы? Мы работаем в режиме онлайн, как сейчас принято говорить, потому что по мере того, как выполняется операция, а они иногда бывают и утром, и вечером, и в любое время, мы забираем кровь, забираем материал и работаем со свежим материалом. Конечно, не каждый на это может пойти. Значит, что касается регуляторных лимфоцитов, я уже вам об этом сказала, что именно не CD4, исследованием которых всегда все занимаются, а CD8 преобладают в ткани. И как вывод, вот, независимо от нозологической формы на заболевание, в генерации иммунных реакций на тканевом уровне у больных с солидными опухолями преобладают регуляторные механизмы иммунологического ответа, причем именно за счет CD8 лимфоцитов. Это вся наша команда немногочисленная, которая выполняет эти исследования. Лаборанты две Ирины, наши старшие научные сотрудники, новый член нашего коллектива. В тесном содружестве мы работаем с другими клиническими и подразделениями и лабораториями, в частности с лабораторией клинической цитологии, с хирургами. Ну и, конечно, по умолчанию, либо с их информированного согласия, в этом исследовании активно принимают и пациенты участие, и я даже знаю, что в некоторых случаях они идут на биопсию, на кор-биопсию ткани, даже неоднократно, именно с целью проведения научных исследований. И когда-то... Спасибо за внимание, конечно, и хотелось бы еще вот что сказать. Конечно, мы долго работали, исследовали структуру монокомпетентных клеток периферической крови. Основные механизмы, они и были поняты, так сказать, изучены нами в лаборатории именно с использованием этих подходов. Теперь вот мы совмещаем эти исследования также с исследованием событий, участие опухолевых клеток, участие клеток иммунной системы на уровне ткани. Когда-то я вот эти слова сюда вынесла, что для каждой клетки есть время жить и есть время умирать. Я читала монографию Джона Кэмпбелла, когда еще занималась докторской работой. Это было давно, уже более 10 лет назад. Руководителем моим, консультантами моим был Анатолий Юрьевич Барышников вместе с Эрой Григорьевной. Анатолий Юрьевич Барышников еще ранее, там 20 лет назад, был моим научным руководителем кандидатской работы. И, конечно, в своей жизни так получилось, мне повезло, потому что у меня... Вот и были, и есть вот такие учителя замечательные. И, как правило, инициируя какой-то новый проект, мы всегда с ним консультировались. И вот сегодня скажу просто вот от себя, и не только, вот эти слова могут подтвердить многие коллеги, что нам очень сильно его не хватает и в жизни, и в работе. Спасибо всем за внимание. Уважаемая Татьяна, большое спасибо за доклад. Очень интересная работа, очень актуальная, очень важная. Скажите, пожалуйста, какова роль двойных положительных Т-клеток? Что известно об этом в литературе? Что они делают в опухоли микроокружения? Двойные положительные, CD4+, CD8+. Прозвучало, что есть определенный процент. Я просто продемонстрировала, что такой случай у нас был. Конечно, что в литературе об этом? Что в литературе? Ну, на самом деле, это клетки активированные, в общем-то. В норме, в общем-то, их быть не должно.
В литературе большого анализа, таких больших баз данных по анализу этой популяции не приводится, поэтому там идут комментарии, которые обычно, вот, ну, так сказать, те впечатления, которые создались у исследователей при анализе периферической крови. Все точно так же. На тканном уровне никогда, ни в одной работе никто не оценивал и не комментировал. Там достаточно узко, вот если посмотреть литературу, то вы увидите, достаточно узкие идут изучения. Существует задача исследовать регуляторные клетки. Все, больше ничего не анализируется. Только регуляторные клетки с определенным фенотипом. Они даже не оценивают линейные маркеры. Им даже не важна общая картина мира, структура других популяций. CD95. CD95 в данной работе часть образцов у нас была, вот, но потом мы отказались, потому что, ну, иногда бывает очень мало материала, именно по этой причине. Да. В периферической крови оцениваем экспрессию CD95, в частности, вот на CD8 лимфоцитах. Это имеет значение, потому что для того, чтобы понять, ну, в зависимости от коэкспрессии, количества белка, CD8, вы же знаете, могут выполнять разные функции. Как рецепторное опосредование, часть из них могут обладать иммунологической памятью, часть из них могут быть неспецифическими эффекторами. То есть кровь параллельно мы также оцениваем.